повторите нам предыдущий свой заказ. Саша, чего бы хотел? На пиццу? Лотерея. Лотерея My Little Nasty называется. И Саша Шоу. Всем привет! Всем привет, ребята! Привет. По многочисленным просьбам наших подписчиков, сегодня мы снимаем видео «Человек перед нами решает, что мы будем есть». Вкусное видео получается, вкусный челлендж, да? Сладкий, насыщенный, вкусный челлендж. Увидим сладкий, горький, соленый. Будет очень-очень интересно. То-то и дело, что мы не знаем, какой он получится, но надеемся, что будет вкусно и сладко, и горько, и прикольно. Кушать сегодня мы будем в кафешках, в ресторанах. Да. И выбора у нас не будет. Что заказал предыдущий покупатель, то мы будем кушать. Меню вообще не смотрим. Вообще. Какая порция нас ждет, мы тоже не знаем. Либо стаканчик сока, либо метровая пицца вот такая, не знаем, да? Да, или маленькая тарелочка картошки фри вот такая. Или вот такая. И эту порцию будем делить на всю нашу семью. Маленькую или большую, какая бы ни была, будем делить на нас всех. И давайте еще так. Это все, весь заказ нужно съесть полностью. Да, готовы? А если там компания на 15 человек? Будем есть 2 дня. Хватило бы только заряда батареи в камере. Будем развозить еду, готовую еду на дом. Да. Доставка еды. Магазин. Где завтракаем, ребята, где завтракаем? Есть идейка, вот там, в конце улицы, есть круассан-барчик, хорошая кафешка с круассанами. О, можно давай. Там позавтракать. Да. Давай. Вот и круассан-бар, заходим и будем завтракать. Вкусненькие у вас круассанчики? Очень. Можно, пожалуйста, нам то, что заказывал предыдущий покупатель? Повторите нам предыдущий свой заказ. Настя, ты согласна? Так нет. Интересно, что там будет. Просто... Давайте, у нас нет выбора. Пока готовят заказ, Настя уже рисует. Это кристаллики? Это кристаллики. Вот, смотри. Молодец, похоже. Забираем наши напитки. Идем за стол. Да, жалко, что мы не попробуем вкусный круассан. Обидно, конечно. Так, присядем здесь. Ну что, делим на нашу семью 2 чашечки кофе? Давай. Всем приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Завтраком с самого утра нам не повезло. Ну, как сказать? Я буду только есть пенку, потому что я ненавижу кофе. Да, сейчас мы проснемся после кофе, а потом обязательно поедем в другую кафешку. Да. Да. Надеюсь, там нам повезет. Следующее, что по дороге будет, туда и заезжаем. Да. Согласны? Окей. Хорошо. Надеемся, там же заказик будет получше. Приятного. Спасибо. Спасибо. Готов. Поехали дальше. Да, поехали. Дальше мы едем в торговый центр, который находится недалеко от нас. Вот рядышком, да. Я знаю, что там есть итальянский ресторанчик. Можно будет хорошенько позавтракать, если, конечно же, повезет. Хорошенько позавтракать, если кто-то предыдущий перед нами хорошенько позавтракал. Да. Мы уже круассанчиков попробовали, да? Да, да, очень вкусные круассаны. Очень вкусные. Аппетитные. Такие со вкусом кофе. Да, латте. Латте. Но в итальянском ресторане, я думаю, обязательно кто-то заказал или пиццу, или макарошки, пасту. Посмотрим. Я посмотрим. Думаю, что макарошки. Я думаю, пиццу. Пиццу. Да. Что, идем в итальянский ресторан? Пошли. Я так понимаю, что в видео мы будем только кушать. Да. Но видео будем снимать на протяжении всего дня, да? Да. Сейчас позавтракаем, потом поедем по своим делам, дождемся обеда и опять будем продолжать съемку. Угу. Пойдем, мы уже на месте. Идемте. Вот он, итальянский семейный ресторан. Здесь никогда не было? Нет, первый раз. Столик выбрали.
да. Ну давайте, садимся и ждем официантов. Ребята, знаете, что я заметил? Я уже боюсь. Да, сзади нас сидит компания человек 15 мужиков. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, можно нам то, что заказал предыдущий покупатель? Весь заказ. Вот по чеку. Что у вас было последнее по чеку? Вот повторить тот же заказ. У нас такой челлендж. Мы снимаем видео по YouTube. Хорошо. Окей? Так, мне кажется, я сидел. Да. Вот так вот. Всех ставим на уши, да? Мне очень нравится это видео. Настя, как же зайти в кафешку и не попасть в детскую зону, правда? А давай посмотрим, какие здесь игры. О, настольный футбол. Помнишь, мы в Таиланде играли? Вон мячик, толкай. Давай. Привет! Смотрите туда! Что, малая, ты готова? Конечно, готова! Сейчас я тебе забабацаю! Давай! Ты только вот этими будешь играть? Я синий! Но не вот этим! Давай, Настюх, давай! Саша забил! Ну-ка, Настя, подержи камеру! Кто здесь такой чемпион? Сейчас посмотрим! Давай, 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 давай! Yes! 1-1! Чего? Два! Yes! Три! Спасибо за игру! Так, у нас есть тарелки и приборы. Мы кушать будем точно. Конечно. Я думаю, что там есть макароны, пицца. Я надеюсь, что мы будем пить лимонад. Это уже хорошо, приятненько. Это апельсиновый. Спасибо. Обожаю. Спасибо. Мне это видео так нравится этот челлендж, Настя. Я хочу уже часть 2. Я так жалею, я только что чуть-чуть поздно включил камеру. Официант подходит и говорит, вы реально не знаете, что вам принесут? Они сами не знают, что мы делаем. Мы снимаем челлендж, это так прикольно. Я камеру не буду выключать вообще. Видео выйдет у нас на полчаса, наверное, да? Может больше. Ребята, хотим напомнить, обязательно подписывайтесь на наш влоговый канал My Family Life. На нем мы тоже выходят... Мы снимаем ролики, да, про обычную нашу жизнь. На нем выходят как минимум 2 ролика тоже в неделю. Но многие из вас думают, что это Настин канал, My Little Nastya. Потому что на всех заставках там, как правило, Настя и Саша. Да. Ребята, не путайте, пожалуйста. Ссылочка это... будет в описании. Обязательно. Заходите, смотрите наши ролики, подписывайтесь. Суп с фрикадельками с детского меню. Ничего себе! Класс. Настя, это ты везучая. В прошлый раз тебе кофе принесли. Обожаю. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Приятного аппетита, Настенька. Комплимент для вас. Спасибо. Настенька, это тебе к супчику. Ого. Что же будет дальше? Как вы думаете, ребята? Тарелки нам выдали. Будет пицца, будут макароны. Что будет? Салат по-любому. Я думаю, будет салат, да. Угу, я уверен тоже, что будет салат. А Саша, чего бы хотел? На пиццу? Я тоже надеюсь на макароны и на пиццу и на салат. На все. Это тоже вам. Угадали. Пицца Цезарь. Салат Цезарь знаем. Пицца Цезарь. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. А это еще все? Это наш заказ, да? Да. Спасибо. Тоже спасибо. Неплохо. Я так понимаю, заказ на 2 человека, да? 2 стакана сока, пицца и суп. Наверное, мамочка с ребенком была. Походу, да. Возможно. Ну что, нам повезло? Думаю, да, на завтрак очень хорошо, правда? Да. Вот ближе к обеду. Приятного. Спасибо. Пробуем пиццу Цезарь. Ну, здесь нам очень-очень повезло. Очень уютно, приятно. Звучит тихая музычка. Вкусная домашняя атмосфера. И еще и вкусно нас накормили. Да, очень-очень-очень вкусно. Давайте, ребята, это местечко оставим галочку такой. И если будем снимать часть 2, обязательно сюда вернемся. Кто за? Я за. Лайкос? Но для этого нам надо собрать много-много лайков. Ставьте, уже начинайте. Угу. Я тоже очень-очень сильно хочу вторую часть. Честно, для такой пиццы напитка нам оказалось мало, да? Да. Идем, найдем еще какой-то фреш или сок. Здравствуйте.
скажите, можно нам заказать у вас фреш? Или напиток, тот, который заказывал предыдущий покупатель? Сельдерей, яблоко. Полезно. Один был напиток, да? Значит, один. Будем по-честному делиться. Можно нужно 4, да, трубочки. 4 трубочки. Ну что, запиваем? Вкусный обед, пиццу, сельдерей и яблоко. Смотрите. А, ну хоть вкусненько. Пробуем. А, я думал, это два разных сока. Невкусно. Ну, наверное, я очень горький, да? Мам, твоя трубочка, пробуй тоже. Ну как? Кисловатый. Вот такое, напоминает. Но пить хочется, можно такое, выпить. Да? Угу. Ребята, этот сок оказался таким противным. Мы его даже не допили, выбросили. Да. Никому не советуем пить сок яблочный с сельдереем. Очень-очень противно. Поначалу было прикольно, что-то похожее на киви, но сейчас... Но потом, после этого сока... Распробовали. Во, очень неприятно. Едем по делам, а потом, во время обеда, куда поедем? Макдональдс. Макдональдс? А может нет? Да. Ну ладно, только ради челленджа, только ради видео. Окей. Так, ребятки, время обеда. Ну, вкусняшка. Ну что, заезжаем? Конечно, заезжаем. Только одно условие. Макдрайв. Внутрь не заходим. Хорошо. Делаем заказ, берем и едем в машине, потому что у нас времени ноль, в обрез. Так, какой? В левый, правый подъезжаем? В левый. В левый. Хорошо, давайте в левый. Здрасте. Здрасте. А скажите, можно нам заказать то, что заказывал предыдущий клиент? Полностью повторить чек. Там можно. А озвучьте его, пожалуйста. 16 флеофит фанта без лёду. Хорошо, подходит. Наггетсы мы любим. А там нет. Это у нас челлендж. YouTube челлендж. Лотерея. Лотерея My Little Nastya называется. И Саша Шоу. Здрасте. Если бы удвоить заказ, да? Но нельзя. Да, дякую. Здрасте. Это фанта, да? Держите. А можно я попробую? Она со льдом? Конечно. Ну, подпишем на нас. Пожалуйста. Хорошо. А сказать вам название канала? Давай. My Little Nastya. Подпишемся, не подпишемся. Давайте. Держите. Давай. Ну, класс. Вот наш обед. Настя, твой автограф. Все хотят увидеть челлендж. Официанты в кафешке спрашивали, где же мы можем увидеть челлендж. Спасибо. Здесь Макдональдс подпишет. Спасибо. Всего хорошего дня. Хорошего до свидания. Дня. Пока. Показывайте, что же там. Наггетсы. Есть какой-то бургер. А знаете, как он называется? Я вам скажу сейчас. Называется он филе. Филе о фиш. Это да. Что-то с рыбкой. Да. Да, с такого мы еще не пробовали, правда? И 6 наггетсов. И наггетсы. Ну что, нормальный перекус. Мы ужин тоже будем продолжать челленджи, Настя, конечно. Саша, конечно. Мам, конечно. Да? Конечно, повезет 24 нам? Часа челлендж. Нам там повезет или нет? Посмотрим. Потому что у нас на завтрак было кофе, потом был плюс такой бонус нормальный, да, пицца. Обед, конечно же, не очень сытный, но надо продержаться до самого вечера на этих наггетсах. Надо продержаться. Проголодаемся. Что, давайте нам наггетсы. Делитесь. Держите. Ребят, мы не останавливаемся, едем дальше по делам. Поехали. Так что у нас и съемка, и работа, и челлендж, и очень прикольный. Давайте нам кучу лайкосов за часть 2. Кто за часть 2? Хотим часть 2. Лайкосы. Ух, интересненько сегодня. Вкусный? А ну покажи, какая там рыбка. Большой кусочек рыбки. Да. Вкусненько, Настя. Ребят, еще одна идея, Саня, а давай попросим, пускай ребята напишут у тебя или Насти в Инстаграме, хотят ли они увидеть такой челлендж на канале у Саши. Кстати, тебе скоро приедет Олег. Да. Можете придумать тоже такой челлендж. Переходите по ссылке внизу на Сашин Инстаграм и пишите под фото комментарии. Хотим челлендж, человек перед нами решает, что я буду кушать. Или просто покупать. С Олег позитив. Да. Оставьте папе.
Хорошо. Папа, вот твой обед. Держи. Это последний. Саша, Настя, нагуляли уже аппетит? Да. С обедом нам немножко не повезло. Все голодные. Поехали вкусно. Уже на ужин. Вкусно, да. Но мало. Но мало. Наггетсами да. Мы не наелись. И бургером одним. А куда что, будем ехать? Есть идеи, куда поедем ужин? Нет. Давайте по дороге машину, придумаем. И в машине уже решим. Поехали. Да. По дороге решим. Ух, поесть бы чего-то. Да. Сытного. На ужин мы едем в ресторан «Мафия». Может, там предыдущий посетитель заказал суши, а может, пиццу. Я очень сильно хочу пиццу, очень. А еще надеюсь, что там будет какой-то коктейль. Коктейли? А ты, да. Саша, чего я бы надеюсь, хотел? Просто вкусно поесть. Суши? Суши, пицца, что увидим. Мы уже подъехали к ресторану. Поднимаемся по ступенечкам и вот ресторан. Настя, мне уже не терпится узнать, что же мы будем кушать. О, это тоже. Выбрали мы себе вот такой столик и ждем официанта. Да. Ждем. Что нам придется? Не знаю. К нам уже идут. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. А можно заказать то, что заказывал предыдущий покупатель, посетитель? Можете посмотреть? Предыдущее меню. Вот, мы не заказываем, а вы нам говорите, что нам заказывал предыдущий покупатель. Мы все тоже берем. То есть, грубо говоря, именно то, что от меня брали, да, подсмираться? Да. Хорошо. Надеюсь, интересно. Там что-то нормальное. Интрига, интрига. Ну, уже почти все готово. Сейчас будем уже кушать. Да. Надеемся на наилучшее. Вкусно? Ну, предлагаю бот. Не труси так. Настя, Настя, болеем за Настю. Давай, давай, давай. Еще чуть-чуть. Есть. Конечно, не без. Опа, у нас заказ быстро. Раз, два, три. Это все? Нет. Нет? Ну, начало есть. Есть, ну уже. Крылышки и картошечка. Нам несут напиток. Это лимонад? Да, апельсинов. Покушать есть, запить тоже есть, уже радует. Да, уже хорошо. Спасибо. Это все? Еще нет? Хорошо, продолжаем. Еще два блюда. Еще два блюда. Прохладный, освежающий напиток. Да. Апельсиновый лимонад. Кто желает сладкого? Саша решил взять. Сейчас я вам сразу еще одну выношу. Саша, это мой любимый салатик. Реально прет пока. Пока реально прет. Классно, у нас будет полноценный ужин. Настя же очень не терпится. Она очень хочет детскую комнату, но мы дождемся заказа. Покушаем. Сначала покушаем, а потом будем играть. Баварская пицца. Настя, пицца! Как и ты хотела. Сейчас я вам сейчас вынесу тарелочки для пиццы. Окей, спасибо. Нам везет. Но она скорчится. Ладно, давайте. Я думаю, что этими тарелочками надо сразу меняться. Саш, твоя любимая картошечка и крылышки. Давай. И наш любимый салатик. Это Цезарь? Да, приступаем. Приятного аппетита. Спасибо. Ну как пицца, острая? Обычная вкусненькая пицца, обалденная. Ну что, с ужином нам повезло. Все сытно, все вкусно. Да. Напитка тоже достаточно. Все прикольненько. Очень-очень вкусно и полезно. Да. Очень день провели прикольненько, классно. Да. Доедаем крылышки, доедаем салатик. Салатик здесь очень вкусный. В общем, как-то так нам попалось средний такой заказ. Как раз для семьи. Как раз на нашу компанию, да? Немало, немного и немало, да. Вкусно. Очень-очень-очень-очень-очень вкусно. С ужином нам серьезно очень классно повезло, но целый день мы тоже провели очень круто. Да, мне очень-очень сильно понравился этот ужин. Поэтому, друзья, если вы хотите вторую часть, ставьте кучу лайков. И подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!